закончили проклейку виброматериалами Альмеры, проклеили багажник, все проклеено усиленным материалом, материал предварительно вибро разогревается, клеится на горячую и все прокатывается валиком. Так теперь у нас упакованы арки багажника, днище багажника. Закончили также проклейку салона. Все тщательно проклеили, максимально сняли вибрацию со всех элементов, все прокатали. Готова крыша первым слоем, видно, проклеена, прокатана. Первый слой в двери, также проклеен вибро, внутренняя поверхность двери проклеена, прокатана. И по правой стороне уже готов второй слой, также виброматериал, проклеивается на двери.